Минимум излучения, высокая точность и удобство. В поликлинике номер 2 пополнился парк медицинского оборудования. Новый рентгенаппарат работает на протяжении недели. В деле он показал себя хорошо. Он цифровой, а прошлый был аналоговый. На рентгене нового поколения снимки гораздо четче и контрастнее. Работать на нем удобнее. С помощью компьютера его темнее сделать, светлее. И как бы на пленке постоянно приходилось мучиться. Так вот, фиксаж, проявитель. Тоже переделывать. А тут как бы сделал, сразу все получается. Также прибыл и новый маммограф. На нем можно снять прямую и косую проекции молочных желез. Разные ракурсы позволяют увидеть все до мельчайших подробностей и выявить патологию на ранних стадиях. Маммограф тоже цифровой. Снимки сохраняются на диск, и их можно сразу отправить лечащему врачу. Все современно, все чисто и быстро. Вот. И время мало занимает. А какой результат будет, это будет уж известно через пару дней, наверное. Посмотрим. Ранее в центральной медико-санитарной части установили эндоскопическое оборудование и флюорограф. Это последние марки оборудования, поступившие по программе модернизации первичного звена. 3 единицы, цифровой флюорограф, маммограф и рентгенологический аппарат. Значит, сейчас они установлены на первом этаже старого корпуса. То есть мы приблизили максимально помощь нашим пациентам, потому что раньше оборудование располагалось на 4-м этаже. Парк техники планируют пополнять и дальше. В следующем году в поликлинику привезут компьютерный томограф и УЗИ-аппарат экспертного класса. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.